Убийство французской полиции 17-летнего подростка Наиля Марзука во время остановки транспорта в конце июня спровоцировало марши протеста и ночные беспорядки по всей стране. В своем первом телеинтервью после беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон осудил то, что он назвал неописуемой жестокостью уличных столкновений, подчеркнув, что Франция нуждается в возвращении порядка и власти на всех уровнях. Обеспокоенный президент также обвинил то, что он назвал плохим воспитанием, как одну из причин, по которой подростки вышли на улицы. Он сказал о задержанных: подавляющее большинство имеет хрупкие семейные рамки, либо потому, что они происходят из семьи с одним родителем, либо их семьи получают пособие на ребенка. Президент Франции не ответил на опасения правозащитных групп по поводу того, что протесты отражают глубокое недовольство расизмом и дискриминацией в правоохранительных органах Франции. В своем длинном интервью он также, по сути, не упомянул скорострельные судебные процессы над подростками в возрасте до 12 лет. Qu'ils ont fait là? C'est un mépris total. C'est un mépris sur nos morts. C'est une insulte. C'est-à-dire que qu'ils ont fait là, c'est sur Adama Traoré, sur George Floyd, mais c'est sur tous les morts, morts à cause des violences policières entre les mains des policiers. C'est-à-dire que la façon dont on s'est organisé, il faut continuer à s'organiser comme ça, de la même manière à chaque fois. À chaque fois qu'un appel sera lancé de n'importe quel collectif pour défendre, comme on le dit depuis le début, une discrimination sociale, une discrimination policière, une discrimination raciale, il faudra tout de suite faire bloc et venir. Il n'y a pas qu'eux qui sont organisés. Nous aussi, nous sommes organisés. Ils ne peuvent pas venir dans nos quartiers populaires. Ils ne peuvent pas venir chez nous faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas venir illégalement. Ce sont des policiers. Ils sont censés respecter la loi. Ils sont censés nous protéger. Mais ils nous ont menacés sur les réseaux sociaux pour venir et ils appellent les autres policiers à venir. Ça, c'est la police française. C'est ce qu'on dénonce. Ce qu'on dénonce depuis le début, c'est pas ce qu'on a inventé. On n'invente pas. Leur comportement et ce qu'ils ont dit... 30 июня, после трех ночей насилия, для подавления беспорядков были задействованы 45 тысяч полицейских, почти в 4 раза больше, чем во время протестов против пенсионной реформы в начале этого года. В ответ на беспокойство Брюсселя по поводу насилия со стороны полиции Парижа, самопровозглашенного борца за права человека, был слышен только один ответ – это не ваше дело. По словам госсекретаря Франции по Европе Лорана Буна, Европейская комиссия не вправе интересоваться тем, как Франция управляет своей полицией. Управление ООН по правам человека заявило, что беспорядки показали, что Франции пора считаться со своей историей расизма полиции, а не просто применять наказание. Офис заметил, что французскому правительству необходимо обеспечить, чтобы применение силы всегда соответствовало принципам законности, необходимости, пропорциональности, недискриминации, предосторожности и подотчетности. Но многие французские законодатели требуют максимального наказания, причем быстрого. Оливье Марле, депутат от консервативной республиканской партии, призвал рассмотреть все дела, связанные с беспорядками, в течение 100 дней. Он сказал: не наказать за это было бы травмой для всех наших правоохранительных органов. Не наказать за это было бы непониманием серьезности угрозы для Франции. Ночь за ночью, наводняя улицы полицейскими, французское государство направило второй резкий сигнал. Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти посоветовал прокурорам систематически добиваться тюремного заключения для лиц, обвиняемых в физическом насилии или серьезном вандализме. 3 июля он сказал радио «France Inter»: «Я хочу твердости, я также хочу привлечь внимание родителей двумя способами. Во-первых, нужно поговорить об общественной морали. Дамы и господа, внимательнее относитесь к своим детям». Во-вторых, мы должны напомнить родителям, что когда они настолько неосторожны, что их бездействие угрожает образованию, здоровью и безопасности детей, это преступление наказывается лишением свободы на срок до 2 лет и штрафом в размере 30 тысяч евро. People thinks the youth people protest because one of them was death by the was by a policeman in Paris, in Nanterre. And that is the wrong thing, because this
This is really the last point. There are many problems before. I think the problem of we are things, we are just Africans, or we are just from other countries. We need to change this vision. People think we are immigrants, but we are all French. А затем в течение последующих 5 дней было арестовано около 4000 человек, треть из которых были несовершеннолетними. Средний возраст их составлял 17 лет. Сейчас судебная система Франции работает почти круглосуточно, чтобы рассмотреть судебные дела. Многие направляют через поспешные процессы, известные как немедленная явка. Сообщается, что у адвокатов имеется всего 30 минут на подготовку. Дела часто заканчиваются тюремным заключением. На бумаге у обвиняемых есть возможность отложить слушание, чтобы лучше подготовиться с помощью назначенных судом адвокатов. Но немногие пользуются этой помощью, в основном потому, что они будут ожидать ее в тюрьме. Поскольку информация об арестованных и привлеченных к суду в связи с беспорядками ограничена, особенно по делам с участием несовершеннолетних, по оценкам, за последние недели в ходе таких судебных процессов в тюрьму было заключено около 700 человек со средним сроком наказания 8,2 месяца. Между тем, поскольку несовершеннолетние не могут подвергаться судебному разбирательству с немедленной явкой во Франции, детские суды рассматривают их дела в следующем месяце. Согласно новому разоблачению портала Open Democracy, многие обвиняемые – цветнокожие мальчики и подростки из бедных районов. Другие сообщения средств массовой информации о поспешных судебных процессах по всей стране подтвердили, что многие из тех, кого судят, молоды и живут в нищете, некоторые бездомны или не имеют легального иммиграционного статуса. Je vois l'avenir de nos jeunes en pointier. Je reste optimiste, mais en pointillé. Si les pouvoirs publics ne s'investissent pas, ne nous prennent pas au sérieux, ne répondent pas rapidement aux demandes et aux besoins des associations telles que la nôtre, avec un public comme le nôtre, je crains que les événements récents ne se répètent. On n'est pas à l'abri d'une future bavure, hein. По данным газеты Financial Times, около 60% арестованных не имели судимости. Не менее 380 человек уже приговорены к тюремному заключению в ходе этих немедленных судебных процессов. Критики предостерегают от суровых наказаний для зачастую молодых нарушителей первого раза в том, что они считают судебным преследованием арестованных подростков. Многие из них теперь будут отправлены и без того переполнены тюрьмой Франции. Данные, опубликованные недавно Министерством внутренних дел, показали, что 1 июня число задержанных достигло исторического максимума – 73 699 человек, что примерно на 16 тысяч превышает вместимость тюрем Министерства внутренних дел. Несколько адвокатов защиты, представляющих клиентов, участвовавших в этих делах о немедленной явке, заявили, что опасаются, что это может привести к необоснованным приговорам. Спустя несколько дней после трагического убийства Наиля Марзука и последовавших за ним беспорядков, улицы французских городов выглядят спокойнее, но суды перегружены. Быстрые приговоры, возможно, помогли подавить дальнейшие беспорядки, но вряд ли это действительно решит проблему. Проще говоря, это всего лишь месть обездоленной молодежи, восставшей против систематической несправедливости во Франции.